Много внимания в сегодняшнем послании Владимир Путин уделил теме экологии. И буквально через час после его выступления важное событие в мире природы случилось в окрестностях Ессентуков в Бугутинском государственном заказнике. Там на волю в естественную среду обитания выпустили благородных оленей. Их перевезли туда из русского леса под Ставрополем. За новосельем благородных животных наблюдала наша съемочная группа. Нам просто невероятно повезло. Нам, во-первых, разрешили зайти в этот небольшой вольер, где содержится 9 самок и 3 самца оленей, перед тем, как выпустить их в дикую природу. Правда, вот покормить нам их не удалось, довольно пугливые животные, но зато близко пообщаться вполне получилось. Ребятишкам такой день вдали от детсада только в радость. Хоть и холодно, но не каждый день на оленей посмотришь. Наш детский сад развивает экологическое направление. Мы хотим, чтобы земля расцветала и цвели, как цветы малыши, чтобы для них экология стала не наукой, а частью души. Мы тесно сотрудничаем с социальными партнерами, с председателем общественного экологического контроля Емельяновым Владимиром Ивановичем и его помощником Виктором Владимировичем Ильиновым. Очень рады этому сотрудничеству. Спасибо, что нас пригласили в этот прекрасный Бугунтинский заповедник посмотреть на оленей. Расселение благородных животных из большого вольера на горе Стрижамент ведется уже не первый год. Олени очень быстро размножаются, особенно когда нет угрозы хищников и есть много корма. За год популяция может вырасти вдвое. И расселять их по другим заказникам становится просто необходимо. Эту работу проводит Краевой Минприроды при содействии Каспийского трубопроводного консорциума. В 2016 году был достигнут определенный результат. Численность животных в вольерах стала уже доступной для того, чтобы провести мероприятия по их расселению. В 2016 году мы выпустили в заказнике Сафонова дача, заказники Дебри Георгиевского района часть благородных оленей. И в заказниках Стрижамент и памятник природы гора Брык Андроповского района выпустили часть пятнистых оленей. И вот он, самый ответственный момент. После полутора месяцев на новом месте осторожные, но привыкшие к людям животные выходят из вольера. Сначала медленно, а потом быстрее и быстрее. Позади всего стада старший самец. Уже 6 марта состоится еще один оленевыпускной в Ипатово. А 14 марта оленей выпустят в Ставрополе, в русский лес. Алексей Фортиков, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.